Уникальную для Могилевщины операцию на сердце провели у кардиоцентра и областной больницы. 39-годового жихару региона зарабили пластику митрального клапана с минимальным умешальництвом. Для пациента выздоровление проходит больше худко, покуль это первый опыт для областных больниц краины. Для Марии Петровны урачи областного кардиоцентра як боги. Каже, им по силах вернуть ее якость и навод радость життя. Женщине провели плановую операцию на сердце. Ничего не могла делать, я не могла 20 шагов пройти. Операция была бесплатной. На этой мете держава выдатковывает сродки с территориальной медицинской программы. Лечение не танное, доходит и до 5000 долларов. Тому на плановой операции існує певная черга, якая пошним часом значно скоротилась. Например, ранее сердечникам приходилось чекать и до 3 годов. Лист ожидания, одна так называемая, да, он около полугода составляет. Это вот когда люди приходят в кардиодиспансер, у них нашли показания к операции, они делают коронарографию, приходят к нам, и то это очередь полгода, это, скажем, для более-менее плановых пациентов. Постоянно учиться, осваивать новые методики, сотрудничать с замежными коллегами. Так работают врачи кардиоцентра Могилевской областной больницы. И они выполняют основную участку операции на сердце. У столицу накировывают только выключные выпадки. Аортокоронарное шунтирование операции порядка 150 и 70 операций по протезированию клапанной коррекции. В сравнении с 2015 года объемы на 16 не уменьшены в отношении выполнения высокотехнологичных операций вот по двум позициям. По позиции кардиохирургии и ортопедо-травматологического профиля. У планах нарощивать объем операции на сердце. Але для реализации потенциалу потребны и отповедные умовы. Додатковые операционные блоки, бригады врачов и сучасное обсталявание. Катерина Городницкая, Денис Бутылин, Новин регион.